Всем привет! Это просто кусочек наших сборов на айкидо. Фактически наше свободное время. Это папины? Что это ты нацепила? Папины? Папины новые, что ли? Обалдеть. Да, но соседи там просто в счастье все. Ты что дерешься, да, Аня? Не дерись. Можно вот так, дай 5, скажи. Перестань драться. Дай 5. Оп, Тёма, что ты там застрял? А я в это время пытаюсь понять, что кому интереснее. Вот, высматриваю, сколько тут просмотров. Как же мне сделать, чтобы вам было видно вот так вот? Смотрю я по-прежнему, расхламление самым интересным является. И вот не знаю, что с этим делать. Прям вот расхламление — это самый пик популярности. Вот такие у меня циферки по просмотрам. Кому-то они смешными кажутся. Ну вот Икея вроде бы зашла. Вроде бы. Погружаюсь в сленг Ютуба. Но расхламление по-прежнему самым интересным является. Причем чем мельче деталь, типа полочка в санузле, тем интереснее. Уже, если честно, боюсь убираться без камеры, но уже тогда будет бардак у меня. Как хранить вещи в ящиках Икея, интересно. А вот, например, целый открытый урок, который я мучительно снимала, вообще никому не интересен. И вот такой длинный влог, 39 минут мучился, Тёма монтировал. Я снимала, паузы ставила, руки морозила, 26 просмотров. Ну, просто смешно как-то. Да, в общем, это анализ заинтересованности моих зрителей. Вы напишите мне в комментариях, если я что-то не так понимаю, что такое 129 просмотров. Это очень много для моего канала, и это всего лишь я... навожу порядок в ящике. А вот торги, как у меня два перекупщика воевали, хотели купить мой Крайслер, всего 27 просмотров, а тут ведь, между прочим, 25 минут, и пришлось еще монтировать, убирать номер их, чтобы было не видно номер с телефончика. Так что я не знаю, что и думать. Как мне дальше что снимать, но похоже, что расхламление всем так прямо интересно. Вон, ужин быстро, неинтересно. Краска для волос интересно. Расхламление кладовки что-то не зашло, странно. Хотя столько сил было положено, именно физических, когда я выкидывала вот тяжелое. Странно, неинтересно. Даня блинчики готовит, неинтересно. Ну, тут что-то пошли неинтересные видео. Читаю вслух, цветочки пересаживаю. А вот уборка в ванной поинтереснее. А просто перекладывание коврика... Господи, я и не видела. 353. Из одной комнаты в другую. Потрясающе. Сейчас я глаза сломаю, потому что у меня еще мельче, чем у вас. Вот я вижу 105 просмотров. Это что? И это порядок навожу на кухне. Ну вот, собственно, подтверждаются мои слова, что расхламление очень интересно сейчас и популярно. Вот такие дела. Обед, как у Виктории Мэнда, был назван так ради названия, и ничего не сработало. Очень странно. В общем, мои зрители любят наводить порядок. Вот что я поняла. Все, всем пока, это был анализ моего YouTube-канала, что вот на данный момент людям интересно, если что не так, поправьте меня, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если кому-то это было интересно, пишите комментарии, всем пока. Что ты там, Даня, делаешь, интересно? Данечка портит мое видео каждый раз, я тебе сейчас накажу. Ты гладишь стены, что ли? Ай-яй-яй, ты гладишь стены. Ладно, чтобы надо нам... Чтобы не было мусора. Боже, чтобы не было бактерий. Сейчас мы бежим уже, собираемся на айкидо. Летучая мышь.
Так иди к мальчикам-то играй, чего ты? Да я чистить буду сейчас. Голова вылезет. Стекло. Я могу летать. Все. Почему ты не играешь? Ну так не меняйся, так играй в эту играй. А ты меняться хочешь? Ты меняться хочешь? Обязательно меняться хочешь? Да. А зачем? Играй в свою, чего нельзя разве? Нет, я хотела. Это я, это моя любимая. Ну это же твоя, а та не твоя. Да. Та-то не твоя, просто играй. Немножечко расхламления. Сегодня я очень рада. Ко мне приезжала беременная подруга и забрала бортики. У меня освободилась полностью вот эта вся полка. Вот здесь лежали бортики. Та-дам! Вот в этом огромнейшем шкафу освободилась гигантская полка. А бортики лежали вот в этом коробе. Это очень-очень удобная штука, которую я 100 лет назад заказывала по интернету. С одной стороны вот тут окошечко такое есть. Вот, я уже положила туда детское постельное, которое, кстати, мы тоже совершенно не используем. Так, отошли оба. Раз, два. Вот, окошечко можно сюда поворачивать, но я не хочу, чтобы было красивее. Я отворачиваю его обратно назад. Обратно назад, вот как я сказала. И тогда у меня вот тут такая вот географическая карта получается. Вот, уже заполнила этот короб, и сейчас, собственно, скажу, в чем мое расхламление. Приблизительно так вот это будет выглядеть. Вниз можно было положить на нижнюю полку детские игрушки, но я не хочу, пускай они будут в той комнате. И сейчас я покажу, откуда я взяла, собственно, это детское постельное, и что у меня освободилось. У меня освободилась вот здесь половинка полки. Тут у меня колготки живут, которые я практически не ношу. А вот тут у меня пустая такая вот коробочка. Там сзади подарочки уже.
Нет, не твоя, которую мы купили папе и Тёме. И вот сюда у меня сейчас... Тихо. Сейчас у меня тут, ну, сегодня или завтра будет теперь лежать все, что у меня касается съемок. Штатив, разные проводочки и так далее. Все будет тут. Вот. Вот столько было полочки, я запихнула в такой огромный короб. А, ну вообще-то нет. Я сочиняю жестко. Еще вот здесь полочки было. Вот здесь у меня еще лежало... Тишина! Здесь у меня еще лежали полотенца новые, которые в упаковочке. Таким образом ушло у меня из... Дети не дают вообще сосредоточиться. Ушло из дома целая полка. Тише. Бортики для кроватки ушли отсюда, огромные, совершенно гигантские. И две по полполки там освободили. Уже мне страшно, что эти дети творят. Дети, прекратите, надо спать. Я надеюсь, сейчас будет отбой уже. Спасибо. Кому было это видео немножко полезно или интересно, подписывайтесь, пересылайте друзьям, ставьте лайки. Пока-пока. Смотрите продолжение расхламления.